Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в наше королевство коротышек. Я открыл сундуки, и теперь я сейчас посмотрю, что у нас есть интересного. Так, у нас есть мечи. Так. У нас пятый меч. Нифига себе, мы открыли 7-й уровень меча. Ага, да это даже не меч, это булава. Здорово. Так, здесь у нас ничего пока нету. И волшебник. По волшебнику. Ух ты, мы сейчас откроем тоже новый посох. Нифига себе, круто. Офигеть, какой он мощный, какой красивый. Круто. Так, по шляпам. По шляпам мы ничего не можем сделать. Играем. Ну что ж, в бой. В бой. Ну, нифига, я не знаю даже, какой у нас... О, у нас две сверхспособности открыли. О, у всех сверхспособности, круто. Двойные. Так, этого мы добиваем. В принципе, этого легко сейчас будем убить. Так, хорошо. Теперь сейчас мы останавливаем время. Так, есть, остановили. И теперь мы можем... смотрите, сейчас мы даже до трешечки дойдем. Сейчас мы сделаем смерч. Смерч хорошо убивает. Так, хорошо, замечательно. Теперь мы... Смотри, мы сейчас молнию сделаем. Есть, фига какая сильная молния, круто. Так, а теперь мы сделаем супер меч. Есть. Так, ну давай я сейчас такую еще сделаю молнию большую. Так, оно не сильно у нас... Ой, они убили рыцаря нашего, нифига себе, как так? Так, меч, давай. О, отлично, у нас сундучок. Круто, берем сундук. Так, а что у нас здесь? У нас есть молния. Так, и у нас есть еще смерч. Смерч, пожалуйста. Чего мы открыли? Смотри, какую шляпу. Прикольно, сейчас посмотрим, что мы там открыли. А мы открыли... Мы не открыли, мы получили две шляпы. Теперь у нас будет новый предмет. О, шляпа, смотри, какая смешная, интересная шляпа для нашего волшебника. Хорошо, вообще мне нравится. Вообще, смотри, фига какой меч. Дальше идем. Ну, мы сейчас нормально пройдем этот уровень. Мне прям вообще нравится. Так, значит, что у нас первый враг? А, у нас двойные враги. Ну, ничего, сейчас мы молнию запустим. А ну давайте сейчас время остановим и заморозим. И пустим молнию. Так. Вот, молния прям хорошо справляется. Прям классно, мне нравится. Так, дальше. Меч, супер меч. А, не знаю, убивает нашего. А, к сожалению, нашего рыцаря убивает. Так, ну у нас есть, смотри. Мы сейчас возьмем. Так, смерч. Так, и супер оружие. Надо было сразу супер оружие брать, потому что ну, зачем мы тогда смерч брали. Так, ну мы сейчас это выстрелим быстренько. Есть. И опять молния. Молния убивает. Вот здорово. Так, теперь у нас небольшой смерч. Запускаем смерч. Да, он не сильно сильный. Также мы выстреливаем. Так. Ой, нет, убили нашу лучницу. К сожалению, как жалко. Давай, молния. Давай. Есть, мы прошли это. Здорово. Практически. Почти что мы... Ой, чуть не умерли. Есть, молодцы. Так, дальше идем. Так, ну сейчас у нас первый... А, ну первый, в принципе, он не сильно сложный. Так, потом мы сделаем сразу замедление времени в следующий наш враг. Так. Идем где? Ой, нифига себе! Что это за чудище такое? Нифига себе! Давай, молнию, высадим сейчас сразу. И девочкой нашей стрельник. О, все, в принципе, мы его убили. Нифига себе, какой монстр мощный. Так, меч. Мы сейчас наведем. Так. Ой-ой, нашего сейчас скоро убьют. Рыцаря. Давай. Замораживай. Молния, сила, стреляй. Есть. И давай еще молнию. О, убили, хорошо. Блин, нифига себе. Так, давай. Смерч. Сейчас мы смерчем уничтожим вот растения, надеюсь. Ах, лучница. Держись, моя хорошая. Так, мы сейчас сразу стреляем. Молнию. И в
выстреливай, быстрее. Давай, Боже, давай, еще. Смерч давай. Нифига себе, вот этот вообще бандит какой, а смотри, тяжело уничтожит, а? Давай, волшебник, на тебя вся надежда, я знаю, ты победишь. Давай, мой хороший. А, да как так? Да как так? Рядышком-то было. Ой-ой-ой, ну сейчас точно мы выиграем, а? Сейчас мы точно победим. Нифига себе, совсем чуть-чуть, да, оставалось у нас? Так, бандюга. Так, ну это мы сейчас быстренько увидим, что его. Так, давай. Сейчас давай быстро. Так, что у нас сила есть? Так, теперь мы замедляем время. Так, кто у нас там? Ой, у нас этот монстр, смотри. Надо знать, что делать. Давай этот мощный меч. Давай, и молнию. Давай. Вот так, уничтожили. Молодцы. Так, теперь нам нужно смерч. Смерч открываем. Я думаю, можно даже вот такую сделать, замедленное время небольшое сделать. Вот, все убили. В принципе, можно было не замедлять, ну ладно. Так, быстрее. Убили, смотри. Рыцарь это убили. Давай тут мощь. И опять запускай смерч. Вот этот гриб какой-то монстр вообще. Как он сложно его уничтожить, ты смотри. Давай, уничтожайся. Есть, убили. Уничтожили. Так, лучница, давай. Я не знаю, получится или нет, давай. Опять у нас такая же история, такая же ситуация, как и была до этого. Ну, уничтожили, я так и думал. О, нифига. Так, арсенал, открываем, что у нас там нового по арсеналу. Так, здесь ничего нету. А, шляпа. Так, ну пока ничего здесь нету. Так, лучница. Луков много, надо лук какой-нибудь сделать, апгрейд лука. Ладно, сейчас попробуем, сейчас еще раз бой. Может быть, на этот раз у нас все получится. Так, давай, рыцарь. У нас рыцарь вообще погибает очень быстро. То, что он стоит первый, конечно, как мы не погибли. Он стоит, ух ты, шляпочка, хорошо, спасибо. Так, сейчас замедляем время. Быстрее. Так, теперь мы берем, стреляем. Сейчас сделаем молнию. Есть, убили. Ух ты, круто. Это очень хорошо, сундучок. Так, давай, мечом. Так, вот еще. Я думаю, сейчас выстрелим. Есть, уничтожили. Хорошо, сейчас замедлим время. Так, выстреливаем и... Надо немножечко подождать, я не знаю, что делать. Давай молнию быстрее. Нет, он не помогает. Так, давай, смерч. Смотри, они очень сильные. Так, ох ты, лук у нас, смотри. Сейчас мы лук возьмем, это хорошо. Так, сейчас нужно быстренько нам отбежать. Так, давай, выстреливаем. Есть молнии. Да ё-моё, давай его победим. А, убили лучницу, как жалко. Ох, на этот раз мы справились. Это очень здорово, победа. Так, посмотрим у нас в арсенале, что у нас интересного. Так, мечи. Так, ну тут ничего интересного. Лук, давай, пожалуйста, сделаем новый лук. Нет, не получилось. Так, ну что ж делать-то, девочка-то, а? Лучница. Так, тут у него, в принципе, тоже ничего мы не можем сделать. Ну, здесь уровень 7, а у рыцаря тоже 7 меч. Уровень 7 меча. Нет, меч 7 уровня. Так правильно говорить. Так, ну что ж, идем дальше. Интересно, что у нас тут будет. Так, ну то у нас, в принципе, мы сейчас быстренько его завалим. Этого растения, смотри, он мощный. А, чуть не половину уничтожил нашего рыцаря. Так, а здесь, я думаю, нужно остановить время. Так, все, мы их заморозили. Хорошо. Так, и мы сейчас возьмем мечом, порубим. Все, хорошо. Дальше идем. Дальше мы возьмем молнию. Так, давай. Как жалко, что у нас это быстро так рыцарь умирает. Очень жаль. Так, стреляй, девочка, давай. Есть. Так, подождем.
Давай вот так попробуем зарубить. Так, давай. Так, давай. Так, сейчас мы его уничтожим. Так, ну все, уничтожили, молодцы. Теперь мы сейчас выстреливаем. Так, давай, отходим. И давай, молнии, 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 давай. Есть, у нас один остался. В принципе, я думаю, мы его завалим. Грибочка этого. Так, есть. Фига, какой меч выпал. Офигеть, сейчас мы посмотрим. Так, заходим в арсенал. Так, что у нас здесь? Меч, 5 уровня. Ну, в принципе, он нам ничего и не даст. Так, а что у нас у волшебника? У волшебника есть посох. Ух ты! А, нет, 6 уровня. Ну, немножечко рядышком, но, в принципе, хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, видео с продолжениями, плейлист, найдите плейлист под описанием. Также подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!